Вот такая интересная тема возникла, которую я хотел бы обсудить с думающими людьми. Начну немного издалека. Я прочитал книгу, мне ее советовали давно. Это сейчас очень популярный автор в Соединенных Штатах, в Израиле, в Западной Европе. Юваль Харари его зовут. И вышло уже 3 его книги, где он рассуждает о человечестве в целом, о человеке, о будущем человека. Книга, которую я прочитал, называется «Краткая история человечества». И в этой книге автор пытается рассуждать о том, как мы стали тем, кем мы стали. Он с разных сторон смотрит на Homo sapiens, пытается объяснить наше поведение, традиции, откуда все это пошло. И если не дает ответов, то ставит очень интересные вопросы. Конечно, книга расставляет правильные акценты прежде всего, то есть там нет никакого религиозного нагромождения, все отталкивается только на последних научных исследованиях. И понятное дело, что мы произошли, конечно же, из животного мира, и наши предки были не какие-то там мистические Адам и Ева, а самые банальные животные, человекоподобные обезьяны и обезьяны в том числе. Человек, Homo sapiens, развивался логическим, доказанным по пунктам, по звеньям путем. И наши предки, неандертальцы, кроманьольцы, а до этого пятикантропы и прочее, останки их найдены. И если верующие люди не обладают этой информацией, то это не значит, что этой информации нет. Все антропологи, археологи, биохимики, работающие на уровне ДНК, давным-давно все объяснили и разложили по полочкам. Но почему Homo sapiens, а до Homo sapiens наши непосредственные предки, это были кроманьольцы, жили они одновременно, например, с неандертальцами, почему кроманьольцы выиграли в этой конкурентной борьбе? Почему они смогли выбить или уничтожить неандертальцев и стали монополистами своего положения? Потому что, считают социологи, кто изучает социальное поведение или групповое поведение, одна из причин, вы не поверите, заключается в том, что человек доверчив. Оказывается, и древний человек, и современный человек имеет одно очень важное качество – это доверие. Ну, можно назвать еще это проявлением какой-то доброты, добросердечного характера. Если сравнивать нас, например, с животным миром, то шимпанзе, каким бы очаровательным или харизматичным он вдруг не был, не может прийти в свою стаю и сказать: «Бросьте все, пойдемте на тот другой берег реки, я там видел столько бананов, пойдемте за мной». То есть он не может рассказать все эти истории, и, скорее всего, его собратья никуда за ним не пойдут, потому что они верят только в конкретные предметы. Никогда шимпанзе нельзя внушить мысль, что если ты мне сейчас отдашь свой банан, то после твоей смерти ты получишь 100 бананов в своем шимпанзе-рае. Шимпанзе скажет: «Нет, я не верю в мистические бананы после моей смерти. Я верю только в тот банан, который я непосредственно держу в руке». И именно по такому принципу существует животный мир. А человек, Homo sapiens, мало того, что он обладал фантазией, он еще посредством своей речи, жестикуляции и внушения мог своим собратьям внушить различные мысли. Часто это заканчивалось не очень хорошо, но очень часто это приводило к тому, что люди были способны на странные, казалось бы, для животного мира поступки. Ну, например, они стремились переплыть океан. Например, они создавали себе культы. Не было никаких доказательств, но они все равно верили своим лидерам или харизматичным членам своей группы. Простой пример – египетские пирамиды. До сих пор многие задают себе вопросы, как это было возможно. Как все эти архитекторы и инженеры могли организовать такое огромное количество людей? Люди подчинялись им и не просто строили эти пирамиды, потому что их заставляли, например, побоями, а на самом деле добровольно это делали. Более того, сохранились документы, быть строителем пирамиды считалось почетным. Потому что все люди, все жители Египта, от самого высокого жреца до самого последнего ребенка верили, что фараон – это не обычный человек, такой же, как они,
сами, с двумя руками, с двумя ногами, с головой, с испражнениями, с соплями и прочим, а он есть божество. Они верили, что фараон – это нечто, сошедшее с совершенно неведомых им миров, и работа на фараона – это очень важно. Важно для нынешней жизни и для той, в которую они верили. Фараон мог убедить свою обслугу, обслуга могла убедить инженеров и архитекторов, надсмотрщики могли организовать этих людей, и раб, занимающийся тяжелой и кропотливой работой, делал это с особой ответственностью, понимая, что работа на пирамидах дает ему путевку в загробную жизнь. Вообще, конечно, религия сыграла очень важную роль в развитии человечества, и в этом нет никаких сомнений. В средние века люди на самом деле верили, что если они будут воровать, они будут наказаны. Что если они будут прелюбодействовать, они будут наказаны. Даже если не в этом мире, то в другом, невидимом. И порой этого мира они боялись больше, чем реального. Например, в средние века люди объединялись в большие группы, скажем, с идеей построить храм. Они собирали деньги из различных источников, они точно так же занимались благотворительностью и клали свои жизни, многие годы, финансы для того, чтобы создать здание, необходимости в котором, по сути, никакой не было. Это не были ни крепости, они не играли никакого стратегического значения, ни защитного, но они как раз-таки и собирали в себе не только человеческие ресурсы, но и основные богатства. Люди на самом деле верили, что если они умрут при строительстве храма, они непременно попадут в рай. Вот человек верит в подобные вещи. И тогда, когда он был древним и бегал по саванне, и тогда, когда он жил в Средневековье, и сейчас человек верит в различные им самим созданные истории. По теории Юваля Харари, получается, что благодаря вот этой доверчивости люди могли взаимодействовать. Если человек или общество теряют эту способность, это общество обречено к уничтожению и вымиранию, точно так же, как неандертальцы, которые отличались суровым характером и не общались с другими подобными себе, просто исчезли. Когда я думаю об этом в ракурсе России, я понимаю, что российское общество обречено на вымирание и уничтожение. В российском обществе никто никому не верит и не доверяет. Современные россияне в силу своей драматической истории, в силу многочисленных ошибок в управлении этой страны, начиная от сегодняшнего правителя и дальше по списку все они, каждый был преступен по-своему, довели это население до такого состояния, что люди не верят никому. Они не верят своим правителям, они не верят средствам массовой информации, они не верят своим звездам, они не верят своим писателям, они не верят учителям, они не верят своим коллегам, они не верят даже членам своей семьи, они не верят никому. Доверие потеряно, а значит, потеряна способность взаимодействовать. Я это вижу на своем личном примере. Мне пишут многие люди по вопросам эмиграции. Снизу стоит ссылка на мой почтовый ящик. И люди, кто пытаются как-то вырваться из России, до многих в какой-то момент доходит мысль, что практически одним из самых действенных способов является, конечно, найти работу за пределами страны. Ко мне обращаются именно те, кто стремится в Германию. И я объясняю этим людям, что нет какого-то особенного пути. Путь обыкновенный. Вам придется приложить усилия, а возможно и деньги. Вам придется составить резюме, потратить на это либо ваше личное время, либо время других людей, подключить переводчиков, найти агентство. Либо вы делаете это сами, тратите на это дни и месяцы, либо вы нанимаете кого-то, кто это делает за вас, и тогда вам придется за это платить, но вам придется прикладывать усилия. Других вариантов нет. Как вы думаете, что при этом пишут мне россияне? Вы думаете, они спрашивают меня, расскажите, как можно быстрее к этому приступить? Ведь время дорого, ситуация меняется, мне нужно как можно быстрее сделать конкретные шаги. Нет,
Практически каждый второй пишущий мне заявляет: «А где гарантии? Если я сейчас заплачу деньги, где гарантии, что меня возьмут?» Ответить на эти вопросы очень сложно, потому что я вижу, что люди не доверяют. Ты можешь говорить все, что угодно. Ты можешь приводить положительные примеры. Ты можешь говорить о репутации, о чем угодно, люди просто не верят. Они не готовы сотрудничать, потому что их в жизни очень много обманывали. А это значит, что если они не вступают в взаимодействие с другими, в данном случае с переводчиками или теми, кто может донести информацию в немецкие фирмы, они не смогут добиться успеха. И я не осуждаю этих людей, я всего лишь понимаю, почему это так. Делая вывод из всего этого, я хочу сказать, общество, не способное доверять, не может взаимодействовать. Как изменить эту ситуацию, я не знаю. Возможно, это тема для множества круглых столов, обсуждений философов, учителей, мудрых людей. Возможно, нужно изменить всю политику воспитания, начиная с детского сада, но... На данном этапе это общество безнадежно больно. Диагноз, например, поставленный в книге Юваля Харари, такое общество вымрет, когда этого были неандертальцы. Не способны взаимодействовать в глобальном мире, не способны принимать других, не способны доверять на честное слово, не работает институт по репутации. Ничего добиться в этом в обществе будет невозможно. Оппозиционные политики могут биться головой об стены вот этого человеческого недоверия, но они не смогут ни организовать, ни вести людей за собой. Как изменить эту ситуацию, я не знаю. Я предлагаю вам подумать об этом.